чемпионате страны участвуют 24 команды из 8 регионов России – Удмуртии, Челябинска, Красноярска, Башкортостана, Иркутска, Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Краснодарский край представляют спортсмены Краевого центра спортивной подготовки по зимним видам спорта города Сочи Дмитрий Миронов и Галина Арсенькина. Кстати, именно сочинцы стали чемпионами России в дабл-микст в прошлом году. Абсолютно готовы к соревнованиям. Предварительно были запланированы тренировки совместные. Вроде удалось немного сыграться. Естественно, мы пытаемся повторить результат ребят в прошлом году, потому что лучше пока некуда. Сегодня состоялась церемония открытия турнира и проведены 5 соревновательных тура. Полуфинал, финал и матч за третье место пройдут в воскресенье 31 января. Тогда же состоится церемония награждения победителей. К слову, с этого года дисциплина дабл-микст стала олимпийским видом. С этого года, естественно, увеличивается требования к спортсменам, и это сразу будет заметно на международных соревнованиях. То есть, естественно, сразу же эти виды сильно помолодеют, и здесь появится больше уже молодежь, молодых перспективных спортсменов. Лучшая команда примет участие в отборочном турнире «Суперкубок 2016», где поборется с тремя командами, которые будут отобраны тренерским штабом национальной сборной за путевку на чемпионат мира 2016. Кроме того, лидеры чемпионата страны возглавят резерв своих региональных сборных. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.